أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوهام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا путешествие души Это путешествие, которое совершают все. Благочестивые и порочные, верующие и неверные, лицемеры и искренние, праведные и лжецы. И их путешествия будут отличаться друг от друга. Это путешествие начинается с момента, когда из человека выходит его душа, когда этот человек умирает. Затем оно продолжается в его могиле, в судный день, когда будет расчет. Весы, мизан, мост, сират, вхождение в рай или вхождение в ад. Это долгое путешествие, и все люди должны будут пройти его. И как мы сказали, будет разница между верующими и неверующими. До того, как мы начнем это путешествие, давайте поговорим о вещах, которые привели к этим различиям. Различием, которое начинается с первого же момента нашего путешествия. Всевышний Аллах создал нас, сотворил нас, дал нам жизнь для того, чтобы мы поклонялись Ему. Всевышний Аллах говорит, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Это основная цель нашего существования в этой жизни. И битва началась сразу же, начиная еще с Адама, мир ему. Это битва с Иблисом. Он сказал, как Всевышний Аллах привел в Коране, «Я совращу их всех». Иблис взял на себя обязательство совратить всех, кто только есть на земле. Он хочет совратить их с прямого пути и обратить к неверию в Аллаха, к грехам. Его конечная цель — чтобы мы попали в адский огонь и получили наказание. Это и есть его цель. Это то, чего хочет шайтан. Но Всевышний Аллах сотворил нас, и также создал нашу фитру, врожденные качества. Всевышний Аллах говорит, «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие». Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Эта религия не противоречит врожденным качествам. Наоборот, тот человек, который на самом деле ищет истину, тот, кто на самом деле ищет что-то правильное, сразу же увидит, что он должен поклоняться Всевышнему Аллаху. Это и есть верующая душа. Это верующая душа, которая выбирает эту правильную фитру, врожденные свойства, и также есть неверующая душа, которая не выбирает эту фитру. Поэтому есть выбор. Всевышний Аллах говорит, кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Одни выбирают первое, другие второе. Всевышний Аллах отправил посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Это будет довод против людей. Чтобы тот, кто не поклонялся Всевышнему Аллаху, тот, кто ослушался Всевышнего Аллаха, не имел оправдания. Все, тебя же предостерегали? Почему же ты тогда ослушался Аллаха? Тебя предостерегали? Почему же ты тогда ему не поклонялся? У человека есть выбор, и в своем выборе люди различаются в дунии, и потом будут различаться в загробном мире, в путешествии души, о котором мы расскажем позже. Люди в этом мире разделились на две группы. Одна группа поклоняется Всевышнему Аллаху и покорилась Всевышнему Аллаху, и другая группа отдалилась от Аллаха и ослушалась Его. Аллах сказал, «Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния? Между ними есть разница. Есть люди,
чья жизнь на самом деле состоит из зла, дурных дел и грехов. И есть люди, чья жизнь, по сути, представляет собой боязнь Всевышнего Аллаха, благие дела и удаленность от грехов. Между этими двумя есть различия. Различия в дунье и различия в ахирате, как мы будем говорить на этой передаче «Путешествие души». Есть отличия между двумя этими душами, отличия между двумя этими группами. Отличие между этими двумя группами выявится, начиная с момента, когда душа покинет тело, и будут продолжаться в дальнейшем. Сейчас давайте поговорим о первой группе. Группе, которая поклоняется Аллаху, подчинилась Аллаху, уверовала во Всевышнего Аллаха, придерживается широкой дороги, следует по прямому пути, который в конечном итоге приведет ее к раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Всевышний Аллах говорит, описывая этих людей. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна для них самих. Хорошо, но зачем? Для чего они делают все эти вещи? Они говорят, мы кормим вас лишь ради лика Аллаха. Это их цель. Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха. И не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы не хотим вознаграждения и не хотим, чтобы нас благодарили. Все наши дела мы совершаем только ради Аллаха. Все это мы делаем для того, чтобы стать ближе к Аллаху. Всевышний Аллах передает их слова. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. Они боятся Всевышнего Аллаха. У них есть боязнь Всевышнего Аллаха. Никто из них не хочет встретиться в тот день со своим Господом, когда у него много грехов и прегрешений. К молодому человеку может прийти какое-то искушение или страсть, которую он с легкостью может осуществить. Но он оставит ее. Как пришло в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о семи из тех, кого Аллах укроет в своей тени, в тот день, когда не будет другой тени, кроме его тени, что среди них будет один человек, который оставил страсть, сказав «Я боюсь Аллаха». Или даже молодая девушка. К ней приходят какие-то плохие подруги, но она не обращает на них внимания. Она не поддается искушениям и страстям. Напротив, она придерживается своего целомудрия, своей религии. И все это из страха перед Всевышним Аллахом. Аллах сказал, тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. Их жизнь строится на любви к Аллаху и богобоязненности. Они проявили терпение в этой дунии. Они проявили терпение в подчинении Аллаху. Они терпели и не ослушались Аллаха. Они терпели все, что им предопределил Аллах. Каждый раз, как их постигало несчастье, они вспоминали о Всевышнем Аллахе и восхваляли Всевышнего Аллаха. И даже в этом мире, на пике своей беды, они ощущали удовольствие, ведь они знали, что Всевышний Аллах вознаградит их даже за колючку, которая уколет их. Так что тогда сказать о большой и страшной беде? Давайте быть такими, как они. Это те, кто покорился Всевышнему Аллаху. И даже если они ослушаются Всевышнего Аллаха, даже если они совершат ошибку, они каются перед Аллахом. Они возвращаются к Аллаху, ведь они знают, что Всевышний Аллах, принимающий покаяние, милосердный, прощающий грехи, они много каются перед Ним, много молят Его о прощении. Также в этом мире есть люди, которые живут, не поклоняясь Всевышнему Аллаху. Они живут, не покоряясь Всевышнему Аллаху. Вся их жизнь — это грехи. Их жизнь — это ослушание. Такой человек заботится лишь о том, чтобы осчастливить самого себя, и все. Даже если из-за этого он отдалится от своего Господа. Даже если на кону будет вопрос, куда он отправится в судный день. Из-за этого его путешествие, путешествие его души, будет сильно отличаться от путешествия искренне верующего. Такой человек сильно устанет в момент смерти, в могиле и в судный день. Затем он прибудет в ад. И как же скверно это место прибытия. Всевышний Аллах говорит о тех, кто отдалился от него в этой дунии, к тем, кто отвращается от поминания милостивого, то есть к тем, кто отдаляется от поминания Всевышнего Аллаха, отдаляется от покорности Всевышнему Аллаху, мы представим шайтана, и он станет его товарищем. Что может быть хуже того, что рядом с человеком оказывается шайтан, да еще и становится его товарищем? Так от плохого переходит к еще худшему. От одного греха к многочисленным и более серьезным прегрешениям. И знаете, грехи — это не какое-то достижение или повод для гордости. Некоторые, когда грешат, говорят, «О, я это сделал!» А другие до этого еще не дошли.
В этих грехах удовольствие и наслаждение. Но нет, это удовольствие и наслаждение бывает только во время их совершения. Это временное наслаждение. Но клянусь Аллахом, оно ничего не прибавит тебе в сердце, кроме стесненности или тоски. Всевышний Аллах говорит: «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь». Тот, кто отдаляется от поминания Аллаха. Брат, отложите всякие исламские лекции, Коран, мечеть, что бы это ни было. Собрания, на которых поминают Аллаха, как бы их ни называли. Праведные друзья, любая религиозная вещь. Удалите ее от нас. Мы хотим радоваться. Идем на эти пляжи, где есть женщины. Но мы притворимся, что все нормально. Можно на них смотреть. Ходим в бары, ходим в пабы, на танцы. Делаем это, смотрим на все это и хотим этого. Это наша жизнь. Это и есть радость. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. Хочешь так развлекаться? Это повредит твоему сердцу, потому что сердце сможет обрести счастье только через поминание Всевышнего Аллаха. Они погубили свою жизнь. Они отдалились от поминания Всевышнего Аллаха. И Аллах говорит: «Оставь их, оставь их. Пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Они все откладывают. Я покаюсь потом, буду поклоняться своему Господу потом, вернусь к Всевышнему Аллаху потом, и увлекаются чаяниями и надеждами. Скоро они узнают». Всевышний Аллах описал их наихудшими качествами. Они верующие, пользуются благами, то есть они наслаждаются и ищут радости, и едят подобно скоту. Таково их положение. Они едят подобно скоту. Это их жизнь. Это их положение в дунии. Грехи и отдаленность от Всевышнего Аллаха. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Мы упомянули о двух дорогах, по которым следуют люди этого мира, праведные верующие и те, кто отдалился от Всевышнего Аллаха и проявил куфр, неверие во Всевышнего Аллаха. Две эти группы. Всех их ждет путешествие, но их путешествия будут отличаться друг от друга. Группа, в которой праведники и те, кто близок к Всевышнему Аллаху, прибудут в счастье и радости, а другие будут наказаны и опечалены. На этих сериях мы с вами будем говорить об этом путешествии, которое начнется после смерти. Кончина может быть благой или скверной. Как умрет человек в первом случае, а как во втором? Как выйдет душа первого и как душа второго? Мы поговорим о том, как омывают покойников, о похоронах, как покойника кладут в могилу. Поговорим о наслаждениях в могиле и о могильных наказаниях, и о самой могиле, как она будет сжимать, и какие вопросы в ней будут задавать. Кто сможет ответить на эти вопросы, а кто не сможет? Мы поговорим о трубном гласе, о первом гласе и о втором, после которого начнется воскрешение. Затем будут великие ужасы судного дня, ужасы и страхи в судный день. Когда обнажится голень Аллаха? Кто пойдет ниц перед Всевышним Аллахом, а у кого спина не сможет согнуться, и он будет продолжать стоять прямо? Солнце будет в миле от людских голов. В каком положении тогда будут люди? В этот великий день, равного 50 тысячам лет. Кто окажется в тени милостивого Аллаха в судный день? В судный день разлетятся книги, и каждый возьмет свою книгу деяний. При этом одни возьмут ее правой рукой, а другие левой. Там будет расчет. Будут те, кого покроют в судный день, скроют его грехи, и будут те, кого опозорят в судный день. У некоторых людей, которые будут отрицать свои грехи, части их тел начнут свидетельствовать против них в тот великий день. В судный день будет возмездие. Там будут весы, аль-мизан, на которых будут взвешиваться дела. Так что же мы подготовили для этого дня, великого дня? Что мы подготовили для этого путешествия? Там будет водоем. Кто придет к этому водоему? Все люди будут проходить сират. Как они это будут делать? Там будет мост Пантара, после которого люди зайдут в рай. И также будут те, кто зайдет в адский огонь. Также там будут асхабуль-аараф, люди на оградах. Кто это такие? И почему они на оградах? Также в раю будет своя, другая история, другое путешествие, а в аду другое путешествие.
В раю будут разные ступени, и также в аду. Ад горячий и раскаленный, и его наказание сильно. Что касается рая, то там люди окажутся среди рек, деревьев и дворцов. У обитателей рая будет еда, и у обитателей ада будет своя еда. Не каждый, кто попадает в ад, прибудет там вечно. Там будут единобожники, которые впоследствии выйдут из этого огня. Также есть и другая история. История последнего из тех, кто зайдет в рай. И в конце концов, смерть убьют. Как это произойдет? Как обитатели рая будут вечно пребывать в раю, а обитатели ада в аду? Как Всевышний Аллах будет доволен обитателями рая? Они посмотрят на Всевышнего Аллаха, и это будет самое великое из всех райских наслаждений. Это путешествие мы с вами начнем на следующих сериях. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. لقد